кожен з нас, заглядаючи до тераріумів, де продаються маленькі черепашата, не раз застигав, споглядаючи за цікавим копошінням цієї малечі, що увесь час пірнає. Сьогодні наш погляд затримався біля акватераріуму з маленькими жовтовухими черепахами. Ці симпатичні малюки є доволі рідкими для України, на відміну від більш звичних для нас червоновухих черепах. Латинское название этой черепахи – Трохимис криптоскрипта. Обитают в природе они в Соединенных Штатах Америки, в неглубоких озерах, а также в полупроточных реках, там, где есть болотистые берега. Считается во многих источниках, что это природный подвид именно красноухой черепахи. Но это отдельная совершенно особь такая, которая отличается более ярким окрасом по корпусу, то есть по панцирю, и вместо красных ушек полоски желтые, которые образуют маску, имеют еще разделение головы на две зеленые части. Посерединке ровно идет желтенькая полосочка. Трохиміс скріпта-скріпта у довжині досягає 27 сантиметрів. Зазвичай до нас додому ці красені потрапляють у розмірі 3-4 сантиметри. Протягом року вони виростають майже вдвічі. І так кожного року. Черепахи для нас достаточно редкие, действительно. Сейчас они есть еще в достаточном количестве, но люди ими очень заинтересовались, потому что все привыкли к тому, что обычно водные черепахи – это красноухие черепахи. Поэтому желтоухая черепаха – это достаточная новинка. Связано это с тем, что у нас они не разводятся. Разводятся на фермах именно в Америке, и оттуда к нам и приезжают. Там, где они вылупляются, дорастают до определенного возраста и способны пережить уже транспортировку. Найкращим будиночком для жовтовухої черепахи стане акватераріум або полюдаріум з ділянкою суші, на яку тваринка має без проблем виходити, аби просушитися. Акватераріум, либо полюдаріум, либо акваріум должен бути не менше, ніж 100-120 літрів. В обов'язковому порядку, тому що черепаха должна много двигатися, і їй потрібно доповнительне обладнання для її хорошого самочувствия. Температура повітря має бути 28-30 градусів. Для цього потрібно оборудувати черепашече житло обігрівальною лампою. Черепаха вообще считается хищником и питается мясом, но если мы ее берем с маленького возраста и постоянно будем брать на руки, в принципе, они очень отзывчивые и хорошо узнают человека, и очень интересно с ними общаться, потому что они выплывают, когда их кормят, они выплывают ближе, когда к ним подходишь, к террариуму, и даже несмотря на то, что они маленькие, сейчас они еще пугаются, но понимают, когда кто-то подходит или кого-либо нет. Черепашку можна з дитинства привчати до рук, тоді дорослою вона буде спокійно реагувати на цю процедуру. Нужно делать это более внимательно, либо брать уже сытую черепаху для того, чтобы она не могла нанести вам вред. Також вашому улюбленцю знадобиться ультрафіолетова лампа, яка замінить йому сонце, що потрібне черепасі, аби правильно засвоювався кальцій, і щоб панцир був красивим та кріпким. Рыбка плавает в террариуме для дополнительного питания черепах, но пока они маленькие, рыбки еще успевают от них уплыть. Но это на всякий случай, если вдруг черепахе понадобится использовать куда-то свой природный инстинкт. Вообще в домашних условиях запускается малек, либо маленькая рыбка только для питания. Для совместного проживания черепахи с рыбами совершенно не подходят. Так же, как и для совместного пребывания с растениями, которые живые. Только искусственные растения, потому что в маленьком возрасте эти черепахи и во взрослом тоже являются как всеядными. Они и растительноядные, и хищники. Годують малечу 1-2 рази на день, але з ростом черепахи частота годування зменшується. Дорослих годують десь 2 рази на тиждень. Цього достатньо, аби черепаха почувалася ситою та здоровою.